твердо вирішила стати артисткою і наймолодша учасниця київського відбору. Здравствуйте, я Маша Стасюк, мені 15 лет. Маша сьогодні у холі з'явилася чи не найпершою. Та прорепетирувати бодай один раз дівчина не встигає. Адже її увагою цілком і повністю заволоділа найпалкіша шанувальниця – молодша сестра Галинка. Тому що мама сказала, щоб я пішла з нею її підтримувати. Маша поспішає на сцену, а Галинка вже за лаштунками. Дівчинка встигла підкорити нашу ведучу і готова до останнього вболівати за сестру. Здрасте, как тебя зовут? Галя. Очень приятно, Галя. Ты поешь? Нет, я умею только танцевать. Эх, засада какая, у нас только поют. А петь у вас кто будет сегодня? Маша. Кто такая Маша? Моя сестричка Во. Ага, вот это Маша. Она хорошо поет? Тебе нравится? Угу. А где ваша мама? В зале сидит. Нет, она в зале сидит. Она нервничает за нас, там переживает. Переживает. Ну да. И мы будем здесь переживать. Спасибо вот большое. Ступени они ведут на сцену. Идти уже, да? Идти уже, да. А вы идите-ка ко мне. Так. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Мне нравится то, что она сейчас будет петь. Ага. Такая маленькая красотка. И танцовщица еще. Да, есть немножко. И в хоре пели. Да. Чем только, наверное, не занимались в детстве. Родители ведь нас отдают во все кружки. И вы выбрали все-таки пение? Да. Раз пришли к нам? Конечно. На X-Factor? Конечно. А здесь поют. Что вы нам исполните? Лили Сандулес и песню «Не пытай». Это чудесная песня. Одим. Спасибо, Машенька, порадовала. Дивный голос, все так чистенько, хорошо. Такая маленькая, уже умеешь делать себе брата. Замечательно. Я говорю тебе да. Спасибо. Конечно, да. Маш, я заерзала, нервно заерзала на стуле. Вот она, молодость, которая на пяточки наступает.
Маш, на самом деле очень красиво выступила. У тебя есть что-то от двух очень разных, но любимых мною певиц. От Бьорк и от Бейонс. О, да! О, да! Маш, я скажу тебе «да». Уже сказали два «да». Да, два «да». Но нам надо еще хотя бы одно «да». Ти будеш змагатися, якщо пройдеш далі, у категорії від 14 до 25. Я вважаю, що ти можеш перемогти в X-Factor'і, але не в цьому році, не лізь в цьому році. В цьому році тебе поб'ють, я тобі кажу ні. Зачекай рік, у тебе ні від мене. Маша, сюда неоднократно выходили на эту сцену профессионально поющие люди. Люди, которые реально выигрывали конкурсы. Мощные вокальные конкурсы, в том числе и международные. И они выходили с этой сцены в расстроенных чувствах, потому что мы говорили им «нет». Но что мало петь хорошо просто. Мало вокально быть утонченным и техничным. Нужно воплощать с собой что-то на сцене. Нужно нести энергетику, харизму, огонь. Почему так неуверенно выходишь на сцену? Но тебе-то не занимать сценического опыта. Ты думаешь, только потому, что Иосиф Пригожин похож на Шрека, шоу-бизнес — это сказка для таких, как ты? Для таких, как ты, это сказка, для других нет. Остаешься, да. Ты молодец. Боже, это было так последний раз. Я уже думала, все, это уже конец. Это не... А ты умничка, молодец. Я тебя поздравляю. Боже. Молодец, моя девочка, все получилось. А я видела все. Ты знаешь, как она за тебя болела? Она сказала, что ты чудесно поешь. Да, да, да.